Привет, привет, привет! В эфире программа «Студия 11». Наша сегодняшняя встреча будет наполнена интересной информацией, позитивными моментами и, надеемся, вашими улыбками. Последний пункт мне нравится больше всего. Именно поэтому наша команда изо всех сил старалась сделать эфир насыщенным и ярким. И вот что вы увидите сегодня. История одного свидания. О мечтах ведущей актрисы Академического театра драмы имени Виктора Савина. О благих делах. Волонтеры помогут реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Галопом по интернету. Чем порадует мировая паутина? В детстве эта актриса мечтала стать учителем или артистом. Так и случилось. Светлана Малькова сейчас одна из ведущих актрис Академического театра драмы имени Виктора Савина. Кроме того, она передает свой опыт и студентам актерского отделения Колледжа искусств Республики Коми. На днях осуществилась еще одна мечта Светланы. Состоялась премьера музыкально-поэтического монолога «История одного свидания». Об этом проекте подробнее расскажет Анастасия Калмыкова. Актриса Академического театра драмы имени Виктора Савина Светлана Малькова с детства мечтала поставить спектакль, где бы она смогла читать стихи великих поэтов и петь песни любимых исполнителей. Но все эти годы она служила в театре и преподавала студентам актерского отделения. Постановки же спектакля подтолкнули сами зрители. Когда один спектакль, где пою, да, в другом спектакле чего-то читаю, говорят, мол, игроки, в общем, поставили такую точку, такой рубеж был в спектакле. Игроки, Свет, сделай же что-нибудь свое, где ты и поешь, и читаешь. Очень хочется послушать. И вот это было такое движение вперед для меня. Немножко, конечно, страшно, потому что прикрыться не за кем. Ты здесь одна, такая, какая ты есть. Поддерживают и помогают актрисе ее давние друзья, группа «Балалайка». Однажды у них был в планах совместный проект – песни на стихи Владимира Высоцкого, которые когда-то исполняла Марина Влади. Но прошло время, и Светлана Малькова поняла, что хочет поговорить о женщинах, об их жизни. Так родилась идея такого спектакля. Произведения разных авторов, которые именно женщине посвящены. Рассказ Шукшина «Письмо», читая которое первое время я успокоиться не могла, потому что перед глазами мои родители, моя мама. Монолог женщины Роберта Рождественского. Вообще-то все строится на этом монологе. Я прихожу на свидание, на которое не приходит тот, к кому я пришла. И все женские переживания, они, пока я жду, происходят. Это происходит в парке, где играют музыканты, они приходят и уходят, а я все жду. К слову о музыкантах. Группа «Балалайка» впервые участвует в таком масштабном проекте. И нам очень интересно, конечно, и попробовать прежде всего себя в этой роли, почувствовать свой талант, что ли, свою силу. Режиссер сказал, что мы просто играем самих себя. Самих себя, то есть где-то в парке играем музыкантов и тем самым дополняем какие-то вот элементы в постановке. Кстати, самих себя играют еще и студенты, музыканты и актеры Колледжа искусств Республики Коми. Они как раз и создают атмосферу наивности, необученности и неумелости. Больше всего режиссер Денис Рассыхаев и Светлана Малькова в этом проекте стремятся к разговору со зрителем по душам. Почему мы мало открыто говорим о любви? Почему мы стесняемся сказать о ней? Возможно, на эти и другие жизненные вопросы зритель и получит ответы 12 марта в спектакле «История одного свидания». По всей России стартует федеральный проект формирования комфортной городской среды и национальный проект «Жилье и городская среда». Наша республика не исключение. Жители Коми смогут поучаствовать в этих проектах и выбрать те парки, скверы, набережные и улицы, на благоустройство которых будут направлены средства из бюджета. А для того, чтобы проголосовать смогли все желающие, организован специальный волонтерский штаб. Об этом подробнее расскажет начальник Центра развития волонтерства Республики Коми Анастасия Селихова. Анастасия, добрый день.
Здравствуйте. Чем будут заниматься волонтеры? Вот более подробно об этом давайте поговорим. А в этом году у граждан, в том числе и нашего региона, будет возможность проголосовать за объекты и проекты для благоустройства для городской среды на единой интернет-платформе для голосования. Голосование будет организовано максимально просто, но без помощи волонтеров тут не обойтись. Задача волонтеров будет входить в информирование и привлечение граждан для голосования. Кроме того, у граждан также будет возможность проголосовать на месте. Мы планируем набрать не менее 100 добровольцев. То есть волонтеры будут ходить по квартирам или это будет всего лишь ограничено интернетом? Волонтеры будут располагаться в общественных местах, таких как торговые центры, МФЦ. В каких городах будут размещаться волонтерские штабы? Города в нашем регионе уже определены. Это Сыктывкар, Ухта, Сосногорск, Инта, Печора и Воркута. Кроме того, в этих же городах будут организованы волонтерские штабы. Мы знаем, что регистрация уже открыта. Скажите, пожалуйста, кто может стать волонтером? Волонтером может стать любой желающий от 16 лет. После регистрации будет также проведено собеседование с волонтерами. После собеседования будет организовано обучение, в том числе федеральным штабом будет направлен пакет документов для проведения обучения волонтеров. Вот мы заговорили про обучение. Кто будет обучать и что будет входить в это самое обучение? Обучение будет проводить как наш региональный штаб, так и федеральным штабом будут направлены различные информационные макеты о работе на портале и различные видеоролики по темам. Когда волонтеры могут приступить к своей работе? С 26 апреля по 30 мая волонтеры будут информировать граждан. В рамках этого проекта волонтеры получат бесценный опыт и новые знания, а также классную экипировку. Анастасия, давайте еще раз подытожим, кто может присоединиться вот к вашему движению? Регистрация открыта на портале добро.ру с вакансиями по городам. Регистрация продлится до 22 марта текущего года. То есть мы еще успеваем зарегистрироваться и поучаствовать в вашем движении. Да, все верно. Все круто. Большое спасибо, что пришли к нам. Успехов и удачи. Пенсионный фонд продолжает перечисление единовременной выплаты в размере 5000 рублей на детей от 3 до 16 лет. Если вы еще не успели ее получить, самое время этим заняться. Специалист пенсионного фонда напомнит, кому положены выплаты. Единовременная выплата в размере 5000 рублей положена всем семьям, где есть дети до 7 лет включительно. В том числе семьям, в которых в январе или феврале 2021 года родился ребенок или родился в марте. Главное, чтобы ребенок был зарегистрирован в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года. До этой же даты принимаются заявления. Подать заявление можно в пенсионном фонде или через портал госуслуг. Режим под названием «подкачаться к лету» включен у 70% населения человечества. Ну а остальные 30 не прекращали свой цикл тренировок. Ловите видео по этой теме и признавайтесь, кто чувствует себя так же после первой тренировки. Согласитесь, соленые огурчики – это не только вкусно, но и полезно. Их насыщенный, приятный вкус и хрустящая структура – слюнки потекли. Только вот доставать их из банки – дело не очень приятное. Если, конечно, у тебя нет приспособления, как в следующем видео.
Весной нам всем очень не хватает витаминов, поэтому ешьте больше фруктов, овощей и чаще появляйтесь на солнце. Оно сейчас радует нас своим присутствием все чаще и чаще. Ну а студия 11 временно покидает экран, но только временно. Увидимся с вами после небольшого перерыва. В эфире студия 11. Пришло время побаловать себя интересными сюжетами и полезной информацией. Что мы увидим в ближайшие 10 минут? Сейчас расскажу. Раскрываем тайны. Какие секреты хранят флористы? Движуха от РДШ. Кто станет участником проекта «Засвети медиакоманда 11»? В любом возрасте прекрасны. Открываем учебник и углубляемся в историю моды. Как же иногда хочется освоить что-то новенькое, попробовать испытать себя в совсем непривычной роли. Хорошо, что в нашем распоряжении сегодня тонна информации из интернета и книг. И если захотелось нести в свою жизнь новенькое хобби, всегда можно найти там тематические уроки, ну или практические советы. Следующий сюжет для тех, кто хочет попробовать окунуться в мир цветов. Вашему вниманию секреты от флориста. Как сделать так, чтобы небольшой букет смотрелся в вазе объемно и эффектно? Сегодня я расскажу вам секрет профессионального флориста. Вот вам подарили, например, 7 цветов. В доме обычно не всегда есть большой выбор ваз. И вот в нашем случае красивая ваза с очень широким горлышком. Для того, чтобы цветы хорошо и крепко, статично стояли в вазе, вам потребуется скотч и наша, конечно же, наш вазон с широким горлом. Сейчас нужно будет создать из скотча сетку, прозрачную сетку, и потом в пустоты вставить цветы. Между цветами будет больше объема, и сетка зафиксирует их статичным положением. Вот такая сетка у нас получилась внутри. Далее мы устанавливаем цветы. Перед тем, как поставить цветок в вазу, его нужно обязательно подрезать под углом, либо секатором, либо флористическим ножом. Далее идет установка. В таком формате вы можете установить также и искусственные цветы. Таким образом, с небольшим количеством цветов мы добиваемся большего объема и четкой расстановки природного материала. Вот таким образом мы распределили небольшое количество цветов, здесь всего 7 тюльпанов, пропорционально, равномерно и объемно. Друзья, вот вы смотрите нашу программу и не знаете, что прямо сейчас идет прием заявок на межрегиональный медиаконкурс под названием «Засвети медиакоманда 11». Цель этого масштабного проекта – профессиональное самоопределение школьников. Все подробности об этом конкурсе узнаем у организатора Михаила Найден. Михаил, привет! Добрый день! Что это за конкурс такой? Конкурс вообще он направлен на медийщиков, на наших участников медийного направления российского движения школьников. Конкурс сам является одним из этапов реализации грантового проекта, который мы выиграли еще в конце лета 2020 года. Но так как у нас была сложная эпидемиологическая обстановка, мы можем его сейчас реализовывать и уже начали. Кто является организатором этого конкурса? Организатором конкурса является региональное отделение российского движения школьников в Республике Коми, а также наш центр детей и молодежи республиканцев. Такая целая команда, да? Да, у нас как и педагоги, есть и коллеги мои, и также в нашу команду входят еще учащиеся образовательных организаций Республики Коми. Михаил, скажи, пожалуйста, что будут ребята изучать новое, открывать для себя новое в рамках этого проекта? Они будут больше развивать свои навыки именно в информационно-медийном сфере, под руководством наставников из профессионалов тоже сферы СМИ.
А как именно развивать? Инстаграм, ВКонтакте? Смотрите, у нас есть, вот у нас сейчас проходит заявочный этап, он продлится, кстати, до 12 марта. И у нас есть несколько номинаций. Это, например, видеорепортаж, куда входят такие функциональные роли, как видеомонтажер, как видеооператор и корреспондент. У нас также есть SMM, это авторы статей групп ВКонтакте, например, и также дизайнеры групп ВКонтакте. Есть печатные СМИ, есть радио, а также фоторепортаж. А возраст участников как-то ограничен или нет? Да, вот у нас есть ограничения обязательные, потому что мы выиграли грант «Росмолодежь». Как вы знаете, у нас молодежь только с 14 до 35 лет, а мы в рамках нашего проекта проводим для обучающихся, и он у нас проводится для 14-17 лет. Кстати, у нас конкурс межрегиональный, и у нас могут принять участие в этом конкурсе, в этом проекте из Республики Коми, Кировской и Архангельской областей. Поговорим о спикерах и педагогах. Кто является спикером, кто будет педагогом, кто будет вообще жюри оценивать работу, например, участников? Ну, вообще мы сейчас набираем эту команду. Мы также хотим, чтобы наставниками наших ребят выступали профессионалы из наших региональных медиа-центров. Также надеемся на поддержку СГУ имени Петерима Сорокина. Там, как вы знаете, есть свой медиа-центр. А также мы через Российское движение школьников пригласим обязательно федеральных экспертов. Я знаю, что у каждого направления будет свой куратор. Как он будет помогать участникам? Он будет координировать, организовывать их работу, потому что у нас есть 5 номинаций, и, конечно же, эти 5 номинаций будут разделены на группы. У них будут свои какие-то мастер-классы, экскурсии и так далее. И, конечно же, куратор будет их сопровождать, помогать, он будет их как помощником. Угу. Вот я знаю, что победители войдут в состав медиакоманды. Вот, что будет организовано для этих ребят? Вообще победителей, мы рассчитываем, их будет около 30. И главное, это ключевое событие, это именно проведение образовательного лагеря в центре Академии талантов. Еще раз давай подытожим, кто может стать участником, куда подать заявку и до какого числа. То есть мы ограничены, я так понимаю, во времени. Да, мы ждем заявок из Архангельской Республики Коми и Кировской областей от учащихся 14-17 лет до 12 марта. Если они крутые медийщики и чувствуют, что могут, и хотят познакомиться с чем-то новым, развить свои навыки, то мы обязательно ждем их заявки. Друзья, мы все запомнили, ну, участвуем, что тут остается делать? Участвуем в таком крутом проекте. Большое спасибо, что пришли к нам. РДШ, успехов и удачи. Совсем недавно мы с вами изучали моду 40-х годов прошлого столетия. Если пропустили этот выпуск, вы всегда можете найти его на нашем официальном сайте. Ссылку вы видите на экране. А вот сегодня мы переходим к изучению моды 50-х годов. Вы узнаете интересные факты о шляпках, и в этом нам помогут участницы студии «Модницы». Смотрим! Мода 50-х годов прошлого столетия весьма элегантна. Тогда дамы никогда не выходили из дома без перчаток и шляпок. Тщательно подбирали аксессуары в соответствии с цветом одежды и даже подбирали макияж того же тона. Маленькие каблучки и нейлоновые чулки подчеркивали красивые женские ножки. В те годы особой популярностью пользовались ткани в горох, в клетку и цветочек. В качестве декора использовались пуговицы, бантики и ленточки. Такие детали помогали изменить образ. Например, можно их снять с платья или шляпки, а на следующий вечер нашить другие аксессуары, и тогда, вуаля, новый образ готов. Каков же был силуэт женщин 50-х? Мягкие, покатые плечи, округленные бедра, а вот талию подчеркивали широким ремнем. Длина всех изделий была ниже колена, почти до середины голени. А теперь обратим внимание на шляпки. В 50-е годы женщины не обходились без них, ведь шляпки придавали некую театральность образу. Среди них популярностью пользовались вот такие менингитки. Зимой модницы из каракуля, из меха делали маленькие накладки, а зима ведь холодная, и так и назвали, что вы менингит заработаете. Ну вот так и название осталось. Вот мы тоже менингитки сделали. Поначалу мы все также вот из старых фетровых шляпок их делали. Надо же как-то на голове, чтобы шляпка держалась, а фетр он тяжеловат. Вот, поэтому мы нашли совершенно другой выход из ситуации. Вот нам в помощь марля, клей ПВА. Вот мы обмазываем клеем, на форму одеваем, она высыхает.
Вот можно шляпку с полями сделать. Как говорила знаменитая итальянская актриса Софи Лорен, ничто не делает женщину более красивой, чем уверенность в том, что она красива. Поэтому, дамы, каждый раз надевая платье, чувствуйте себя королевой. К этой минуте у меня все. Если вам есть чем поделиться, например, о жизни вашего села, города или вашей деревни, возможно, в них произошло что-то интересное, то обязательно присылайте нам новости на нашу почту. Наш адрес вы сейчас видите на экране. Совсем скоро мы вновь увидимся с вами в эфире. Пока-пока!